Кильский канал. Это последний километр на выходе в Северное море. Вот его уже видно. Наш путь в старинные города Бельгии и Голландии. Бельгия – древние земли Брабанта, Фландрии. Городам по многу сотен лет, и каждый непременно с собственной большой площадью. Гран-Пляс есть в Антверпене, есть в Брюсселе. Блистательное каре зданий цеховых гильдий. Стоят раззолоченные, важно, будто городские старейшины на торжестве. Что им 20-е столетие? Перекресток отпускников иногда говорят о Брюсселе. Толпы приезжих. И все-таки можно расслышать клич гёзов Тилли Уллиншпигеля. Шаг солдат испанского герцога Альбы. Как сновидение суровый Гент. Вставший над Шельдой, город островов и каналов. И по соседству с Гентом не менее почтенный Брюгге, в средние века ткавший знаменитые сукна для всей Европы. Северная Венеция. Сегодня в Брюгге так тихо, словно это и не город, вовсе, а зал музея. Миновали времена расцвета, когда город торговал, в каналах швартовались баржи, на пристанях каравеллы с заморскими товарами. Все в прошлом. А в Голландии, разумеется, мельницы. Первое, что ожидаешь там увидеть. Их сохранилось около 1000, большинство бездействует. В свое время романтическим ветрякам было поручено дело жизненно важное – откачивать воду. Ведь чуть ли не половина территории Голландии – это бывшее морское дно. Битва с морем идет, не прекращаясь, целое тысячелетие. После катастрофического наводнения 1953 года сооружена система гигантских дам. Да, землю создал Бог, говорят голландцы, но свою страну мы сами, люди. Новая Голландия вовсе не мельница и тюльпаны. Это прежде всего индустрия. Когда плывешь по реке Маас, на десятки километров подряд заводы, заводы. Они работают, дымят, и оттого равнина постоянно в тумане. Это смог. Удушливым кольцом окружен крупнейший порт мира – Роттердам. Такое впечатление, будто модернистский центр Роттердама –
возник на пустом месте. Так в сущности и есть. Город этот древний, известен с 13 века, но однажды с небес обрушилась смерть. И Роттердам был уничтожен фашистскими бомбами. 36 тысяч зданий. Юнкерсы шли до самой ночи, волна за волной. То был страшный день в мае 1940 года. Сад на воде, и в нем расцветают башни. Так сказано об Амстердаме, столице Голландии. На площадях Амстердама вспоминаешь пословицу: «Тот не голландец, кто не любит море, цветы, птиц». Впрочем, большинство любителей покормить голубей – приезжие. Амстердам тоже стоит на пути великих туристских кочевий. Мудрадам. Есть такое крохотное государство в одном из парков Гааги. Сказочное государство макетов и игрушек. Не выезжая из Гааги, можно увидеть все, чем гордится Голландия. Самое главное, интересное, типичное. Дворцы и небоскребы, соборы и заводы, шлюзы и мельницы. Только все это в 1/25 натуральной величины. Страна в миниатюре. Всего лишь несколько минут длилось это кинопутешествие по берегам Северного моря. Таким уютным, выхоленным, обжитым трудом десятков поколений людей.